3 года на YouTube, более 442 подписчиков, более 450 видео, более 135 тысяч просмотров на канале. Всем, пацаны, с вами снова я, Гриб. И да, это юбилейный видос, потому что как бы 3 года каналу — это немало, как говорится. В общем, что я для вас подготовил. У меня тут есть один проект. Я устраивал в Инстаграме голосование в своей сторис, которое в итоге было удалено модераторами, не знаю почему. Ну, видимо, кому-то не понравилось. Короче, суть этой сторис была в том, что я создал опрос, какой проект мы делаем на нюху канала. Либо оживляем Pentium G4560, либо покупаем Samsung Galaxy S8. И 83% людей было за Samsung. И поэтому, ребят, в этом видео я хотел бы поделиться своими впечатлениями о вашем вопросе и сказать спасибо за ваше неравнодушие, потому что эта дата для меня очень много значит. Все-таки день рождения канала. И поэтому мы начинаем свой проект именно с этого места, именно с этого видоса, прямо сейчас. Я уже договорился с человеком об S8, поэтому во вторник, или когда он там приедет, не знаю, ждите от меня видео про первое видео с проекта Нюхи канала. Короче, начинаем. You could fucking hate me and I would say I love you. You could act just like that. В фильме снимались Гриб, сценарист и постановщик Гриб, оператор Гриб, Сенкин Гоу, Никсель. Озвучено Гриб Гейминг Ченнел. You can try to break me and I would say I love you. I know I'm fucking broken, I'm right here. Oh, walking with flowers, talking for hours. Tell me things you grace. Telling my powers, giving my powers. Rewinding today.